знать, что, например, число делать 2, 4, 6, 8, попробуем такую схему. Вдох делаем на выдохе, на нечетные числа 1, 3, 5, 7. Или же мы с вами делаем фазу вдоха и выдоха заодно, или же считаем на вдохе, на выдохе. Кому как удобно. Посмотрите. Сейчас мы пока про задержку дыхания не будем вести, но в дальнейшем у нас будет не задержка дыхания, у нас будет состояние пустоты между вдохом и между выдохом. Естественно. Теперь, насчет задержки дыхания. Это еще установочное дыхание, чтобы оно запустило полное дыхание. Смотри, наша задача будет какая? Делать вдох на 4 счета, выдох на 8 счетов, выдох на 2 раза больше. И задержка дыхания на 16 счетов на вдох и на выдох. Это на первых этапах. То есть сделал выдох, задержка дыхания на 16 счетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. Пошел вдох на 4 счета. 1, 2, 3, 4. Вдох дошел. Задержка на 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. На 8 счетов выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но наша задача счет вдоха-выдоха в дальнейшем вести на по расчету своего пульса ощущать. Затем мы в дальнейшем можем добавить для себя просто оздоровительные практики. У нас пойдет вдох, там, допустим, на 4 и выдох на 4, задержка на 2, на вдохе на